выходим. Выходим гулять. Гулять выходим. Все идут гулять, кто хочет. Все идут. И маленькие, и взрослые. Всем добрый-добрый день. Сегодня 24 декабря 2022 года. И мы гуляем с нашими чихуашечками. Передаем вам всем доброго дня и прекрасного настроения. Кто сегодня празднует католическое Рождество, с наступающим всех-всех-всех и друзей, и подписчиков. Знаю, многие празднуют с любовью. Пусть будет все хорошо, здоровья, добра. Мы немного погуляем. Я расскажу вам новости нашего питомника, которые, конечно же, у нас произошли. Гера делает обратный чих. Гуляли девчонки с течками. Потом мальчишки, видите, четвером показывают, кто гулял. Вот они, четыре кобеля. Маруся. Так, ну у нас очень тепло. На градуснике почти 10 градусов. Единственное, очень грязно. И у меня сегодня прям дома был сюрприз. Муж утром выпустил собак и туаль. И, в общем, все гуляли, нанесли грязи. У меня, помимо посторонних дел, еще дела по уборке прибавились. Хотя, привет, Гера, ты отхрекалась? Это наша Лёлечка. Так, ну что, пойдемте, пока все гуляют, я выпустила. Как видите, вышли все, и малыши тоже. Иди сюда, Шагане, выходим. Дети все побежали, с удовольствием гуляют, видите. Маруся воспитывает младшего брата мраморного. Мраморята мои побежали. Все гуляют. Сейчас посмотрим, кто остался. Бегут. Ну бегите, гуляйте. Гурзурчик гуляет. Маруся воспитательница, абсолютно нормально. Не переживайте, никто никого не грызет, а то говорят, она хочет его загрызть. Нет, она воспитывает, чтобы он к ней не лез. Малыши, это такие настырные ребята. Посмотрите, какой красавец. Кстати, поздравляем, сегодня наш помет. Лавушки и лаванды, и вот она, лавушка, мама, вот она, мама, длинношерстная, черно-подпалая, с тигром, и вот это ее дети, их родилось семеро, и у нас в питомнике из этого помета, вот он убежал, Симиис, Ялтушка и Гурзуфик, которые пока еще в поисках папочек и мамочек. А остальных четверых деток, которые уже разъехались по домам, это Левадия, это Алушта, это Фаросик. Так, и кто у нас еще? Ну и, конечно же, Салгирчик. Поздравляем с 5 месяцами. Пожелаем долгой и счастливой жизни. Пусть наши выпускники вас радуют, мои любимые владельцы наших выпускников. И вообще всех. Ну и в особенности поздравляем вас. Да, у нас праздников много. Дни рождения на дня рождения. Собачек много, но в любом случае вот вспомнила. И спасибо за приветики, которые вы шлете в группе и лично мне. Спасибо большое. Так, ну что, новостей много, конечно. И, ну, достаточно нормальные. Вот, и, ну, сейчас мы все расскажу, все постепенно. Кому интересно, оставайтесь с нами. Значит, по поводу Васюты, Василиса вот-вот должна добраться до места назначения. Я попросила, как только мамочка встретит вот дочку вот этой красавицы Артюши, она сказала, что сразу мне отпишется. Пока вот в процессе. Девочка поехала в Москву. Так, кто у нас тут бегает? Бегает Лилечка, бегает. Что-то тут в зубах принесла. Пойду посмотрю. Как пенопласт. Так, Лиля, дай. Видите, вот посмотрите, видите, глаз да глаз. Лилечка, ей 6 месяцев, девочка в поисках папочек и мамочек. Красавица, вот эта вот изабелловая, кремовая, с голубым глазиком, омегочка, видите, веселушечка, тоже в поисках папочек и мамочек. Ну, у нас сегодня день начался с ветеринарной клиники. Помимо родов, у нас у Коки распухла шея, и она ездила сегодня уже к врачу. Ну, протянула, назначили лечение. Вот, так что девочка получает лечение. Распухла, ходила, знаете, такая сгорбленная вся какая-то, видно, что что-то болит. Сказала доктор, что где-то ее не защемило, все в порядке, но продуло. Ну да, они лежат у меня под открытым окном дома. И, ну, возможно, прям, конечно, меня это удивило. Вот, ну все бывает. Так что вот такие дела. Лавушка. Все, кому интересно, вот еще покажу вам
Это Ялта и Гурзуф, брат и сестра, которым сегодня исполнилось по 5 месяцев. Это те дети, которые уже выросли и больше не вырастут. Единственное, что, конечно, они будут еще развиваться в ширину, взрослеть. А Ялтушка оденется в красивую шерстку, которая у нее уже красивая. И уже вот начинает, видите, длинношерстная одеваться. Детки продаются. Гурзуфик за смешную цену 50 тысяч рублей. И до Нового года он еще может уехать. Наше зоо, любимое зоо такси Аганезовых, добавили рейс. И до Москвы, Петербург. Ну, в общем, если что, уточняйте. Еще будет рейс на будущей неделе. То есть к Новому году еще можно получить вот такой вот подарочек. Вот. Кто у нас еще? Так, Инга бегает, гуляет. Это Юляшек, Лилечка, Роликс, красавец. Так, ну, про роды я расскажу вам отдельно. Сёма прибежал. Ну, конечно же, пользуются случаем и гуляют с нами. Вернисаж, красавчик, Космосович. Это Иса. Исы упали ушки, надо подклеить. Саврий, тебе нравится гулять? Исонька. Исонька продается на этой неделе до Нового года тоже за 50 тысяч. Снизила цену. Да, у нас родились детки. Сейчас все расскажу. Так, поехали. Вот видите, как веселится нянюшка Гермиона. Они очень игривые, шаганые. Кстати, мы не все гуляем. Те собаки, что дома, Феодосия, Кока, Жасмин, Анфиса. Всех назвать 11. Рошель Рада, естественно, мамаша с детками. И кто у нас там? Жорик, Филипп, они уже погуляли. Нептун. По-моему, всех назвала. Феодосия. Так, ну пойдемте. Я хочу, во-первых, посмотреть. Купидон. Ай, Купидон, сейчас про тебя расскажем. Купидон. Так, ну сегодня здесь у меня уже уборка была. Вот, пожалуйста, собаки. Чуть-чуть перестановку сделала. Видите, собаки уже накакали. Все перевернули. Вот. Ну что ж, собаки есть собаки. Сейчас будем убирать. Так, убрала, полы протерла. И такая дребедень целый день. Так, приветик из наших яселек от малышей. Ой, господи, я к ним сегодня уже захожу третий раз. Конечно же, все поубирала. Покормила. Да, моих сладких деток. И всем передают наши малыши приветики. Приветики. Это Одиссей. Это Бланка. Бланочка. Малыши. Кира. Малышечка. Красавица. Передает своей маме привет. Сорбона. Крис прибежал. Маме передает привет малышка Эрика. Вчера у нее упали ушки. Что это абсолютно нормально. Я их снова подклеила. Ребенок растет. Растут ушки. Это для тех, которые спрашивают, зачем вы клеите ушки. Чтобы ушки у собак стояли. И мой питомник, я... Собственно, за этим слежу. Мне нравится, чтобы собак уши стояли. Поэтому уши, особенно если они большие, мы их фиксируем. Ну, а также это очень красиво смотрится. Потому что многие нравятся, конечно, когда уши висят. Но пусть уши висят в другой породе. Чихуахуа уши должны стоять. И те заводчики, которые не подклеивают уши, это их проблемы абсолютно. И я даже много раз слышала, что вот у вас питомник там с плохими ушами, вы неправильно производителей подбираете. Я все правильно подбираю, правильно делаю, я так считаю. А даже те заводчики, которых, конечно, имен я называть не буду, мне ставили в упрек, что у меня зачем клеить уши. Она мне сама писала, эта женщина. И из ее питомника я знаю собаку, которую лично знаю. Она живет у известного мне человека, у нее не стоят уши из ее питомника. Поэтому, слушайте, ребят, давайте не будем смешить друг друга. Все, давайте о хорошем. Поехали дальше. Всем приветики от моей любимой Ницы. Да что ты там хекаешь? Олимпиада. Олимпиада. Да, это еще раз Бланка, еще раз Сорбона. Кусачки. Конечно же, Ренессанс. Крупной съемкой, макросъемкой снимаю. Передают веселенький приветик своим мамочкам. Вот и сразу кусать. Ну, я, в принципе, не разрешаю меня кусать. Но для того, чтобы вам показать. Вот эта вредная привычка кусать за руки. Только для того, чтобы вам показать. Малышка Кристина. Так, делаю мельче, потому что слишком близко. И здесь веселые ребята. Это мальчишки.
Эрми, короткошерстные, они оба короткошерстные оказались, один просто голенький, другой с подшерстком, ну так ему скажем. Вот этот красавчик на нас смотрит, невероятный, чудесный малыш по кличке Эрми, и он там сзади такой чуть более пухнастый, но тоже короткошерстный дамский угодник Одиссей. Все разошлись веселяться, папа вышел, дети веселятся, Сабина. В общем, там тепло, и поэтому мы сегодня гуляем, ну, по возможности, потому что, конечно же, у нас вчера произошло счастье, наша радужка сама родила деток, всех деток она родила за 2,5 часа. Папой стал наш красавчик Купидон. То есть родились маленькие купидончики. Не надо чесать ушки. Когда ушки подклеиваем, собаки, когда привыкают, они их уже не чешут. А когда давно не подклеивали, то могут чесать ушки. Ничего страшного. Красавчик Купидон стал папой. Он стал папой в третий раз. Уже у других заводчиков от нашего Купидона есть дети, хотя Купидону на днях исполнится только 11 месяцев. Вот такой вот папа ранний. Ну, мы всегда кобелей вяжем рано, поэтому это абсолютно нормально. И вы увидите скоро, когда чуть подрастут, 2-алиментных щеночков уже от нашего Купидона. То есть это уже третий помет от нашего Купидона, но первый в нашем питомнике. Вот, родилось всего, ребяточки, 6 щенков. Один щеночек родился мертвый, такое бывает. Вот, и один щеночек сейчас пока вызывает у меня беспокойство. Всего у нас родилось, ну, про того, которого уже нет, я ничего не буду говорить. Вот, а те, которые родились, у нас сейчас 3 мальчика и 2 девочки. Очень интересных окрасов, там для меня была неожиданность очень, ну что ж. Как только детки окрепнут чуть-чуть, я все снимала, роды, ну, по возможности снимала, поэтому все вам покажу, мои любимые друзья и подписчики. А пока пожелаем нашей прекрасной мамочке Радужке, она уже опытная мама, справилась замечательно, детки все родились ровненькие, по весу около 130 граммов, 120-130, все прям одинаковые-одинаковые, поэтому пожелаем ей здоровья и побольше молочка. К сожалению, один мальчик, который у меня вызывает опасения, активный, ползет, но не присасывается, поэтому мне пришлось сегодня купить, спасибо большое опять же нашим друзьям, потому что по магазинам мы не нашли сучье молоко, и вот сейчас я бегу его прикармливать, то есть теперь каждые 2 часа я ему буду молочку заливать, потому что он хочет, но он не может присосаться. Такое бывает. Ну вот, весе, конечно, все дети уже набрали, а он, конечно же, потерял. Поэтому пока малыш наш, держим за него кулачки, малыш, пока, конечно, будем надеяться, но вот такие вот у нас дела. Поэтому сказать... Ну, положительно, конечно, все, но роды чихуахуа это всегда так. Не всегда, вернее, бывает все идеально. Поэтому вот так. И сегодня, еще раз повторюсь, мы купили это сучье молоко, оно стоит 2000 рублей. И вот сейчас будем кормить. Просто после того, когда я сегодня только приобрела это молоко, Коку повезли к ветеринару показать шейку. Вот, тоже назначили ей лечение. Ну, у нее там лимфоузел воспалился. Вот. Какая-то чудесный какой-то человек мне пишет: это у вас все бесплатно? Я говорю, что бесплатно? Ну, типа, собачата. Я пишу, вы смеетесь. Вы просто смеетесь. Вот такие вот интересные есть люди. Да, бесплатно, конечно. Прекрасные наши дети бесплатно. Это ничего бесплатного в мире не бывает. Все вот такое вот милое, прекрасное требует серьезного ухода, очень дорогостоящего. И никакой ветеринар вас бесплатно принимать не будет. И ничего в магазине вам бесплатно даже для собак не продадут. Если кто-то считает, что, не знаю, может где-то раздают. Вот такая вот красавица Ница, моя любимка. Пока она в продаже. Это длинношерстная мраморная лиловая девочка. Но я ее очень сильно вот просто люблю. Поэтому... Так, ну все, мы тут все прижали. Сейчас буду закрывать дверки. Давай идем, мамочке, передадим привет от Сорбоны. Сорбоночка, привет, как твои дела? Какая же ты милая. Сорбона передает мамуле привет. Скажи, куда ты меня наверх подняла так высоко? Тетюндры мои сладкие. Давайте помельче сделаю. Боже, веселье, боже, веселье. Боже, это кто тут такой веселый? Это мальчишки.
Это Одиссей и Эрми. Одиссей виляет хвостиком в поисках папочек и мамочек. И, ребята, до Нового года еще можно по скидке зарезервировать кого-то из этих малышей. Бланка уже готова к переезду. На бланку скидки нет. Скидка может быть только для наших уже людей, которые имеют выпускника нашего питомника. Для них скидка обязательно. За это не переживайте. Если вы приобретаете двух щенков, то, конечно же, тоже будет скидка. И вот меня вчера спрашивали, на Ниццу скидка. Нет, ребята, на Ниццу скидки тоже не будет. Это моя любимая девочка, которую я, в принципе, если она не продастся, не найдет свою семью, я ее оставлю себе. Это мальчик Крис. Крошечный маленький малыш. А также у нас еще хорошая новость. У нас появилась еще курьерская доставка. Теперь уже по всей России и ближнему зарубежью. Ну, единственное, что все стоит, конечно же, денег. То есть, это не только авто, зоотакси, а также авиа. То есть, человек может щенка встретить в Москве. Вот, и полететь с ним в указанное вами место, оговоренное, да? Вот, стоимость и узнавать индивидуально. Стоимость до Москвы из Симферополя всего 3000 рублей. То есть это вообще как бы смешная цена. Санкт-Петербург 5000 или 5500, в зависимости от курьера. Вот, Тюмень есть, Екатеринбург, Уфа, все уточняем индивидуально. В принципе, нет ничего невозможного, доставка есть в любую точку мира. Но единственное, в Европу есть, единственное, что щенков нужно за границу готовить по ветеринарии, по оформлению паспортов немного по-другому, вот, что очень важно. А так, конечно, пожалуйста, у нас живут собачки за границей, и вот красавица поедет тоже во Францию, как только сделаются все вакцинации и пройдут все карантины. Так, ну что, поэтому, пожалуйста, спрашивали меня. Якутия, без проблем, теперь все есть. Так что уточняйте. Ну, единственное, что все уговариваем индивидуально. Поехали дальше. Так, ну что, заходим. Сейчас Сабина будет получать. Знаете за что? Сейчас узнаете. Заходим. Сейчас я с вами поделюсь одной вещью, за которую мне хочется наругать Сабину. Заходим. Сейчас, ну, конечно, заходим, это не для вот этих веселых ребят. Приятного аппетита, кто кушает. Вот это вот я забрала у Шагане. Это кусок мяса, который был закопан в огороде сегодня, свежайк, чем кормит бабушка Сабину. Вот я здесь кладу и покажу ей сюрприз. Кусок огромный мяса, который бабушка думает, что она кушает, а она обожралась. Да, Сабина, кто закопал? У нас тут ничего так просто не проходит. Настолько носов. Они все выкапывают. Поэтому вот так. Так, ну что. Мои дорогие, любимые друзья и подписчики. Заходим. Не вы, конечно. Сейчас покажу, кто у нас здесь. Девчонки с течками. Девчонки с течками. Эти обе девчонки вяжутся. Вот, красавицы. Да, мои золотые. Мальчишки все мечтают туда попасть. Так, заходим быстро. Шагане пришла. Нет, не выходим. Так, ну, часть собак завела, часть пошла ловить. Потому что пока ребята учатся, они тут развеселились, разыгрались и, конечно же, заходить не хотят. Это вон Купидон выбежал, у него одни вязки в голове. Вон вернисаж гуляет. Вижу Инга и, по-моему, Сёма. Сёма, заходим, бегом, бегом, бегом. Ах, вы ж маленькие трындюшки. Все, мои любимые друзья и подписчики. Как будут какие-то новости, обязательно с вами поделюсь. До новых видео, до новых встреч. Пожелайте нам удачи, малышам маленьким, которые сейчас, которым сегодня один день исполнится только вот после обеда, даже ближе к вечеру. Пусть все будет хорошо у всех. Еще раз всех с праздником Рождества католического, кто празднует, с наступающим. Всем пока. Люблю вас, обнимаю. Питомник Чихуахуа Кастропула. До новых видео, до новых встреч. С уважением, Екатерина. И кому интересно приобретение щенка в нашем питомнике, добро пожаловать. Какие же вы грязные. Добро пожаловать. Еще есть рейс в этом году. Вы можете стать счастливым обладателем нашего выпускника. Все предложения вы можете посмотреть в Ютубе, на странице, на плейлистах в Чихуахуа в поисках папы и мам. Либо написать мне +7 978 745 80 62, Вайбер, WhatsApp, Telegram. Если вы в WhatsApp меня не можете найти, я там есть. Обновляйте телефон, ну, перезагружайте, я появлюсь. Такой, так вот почему-то работает WhatsApp.
И спрашивайте. Обязательно указывайте ваш город, чтобы мы могли уточнить возможности, стоимость доставки. Возможность сейчас, видите, открылась широкая. Вот, но стоимость нужно уточнять. Есть недорогая доставка, которой мы постоянно пользуемся. Все. Люблю, обнимаю. С уважением, Екатерина. Домашний питомник Астропула. Мы будем заниматься дальше делами. И мне надо бежать кормить малыша. Маленького-маленького лялечку. Вот виновница нашего сегодня поездки к ветеринару. Кошечка. Ну, уже хвостиком завиляла, лекарство получила. Кока. Ну, главное, что она кушает и уже ровно ходит. То, как сгорбленная ходила. Муж говорит... Живот болит. Я говорю, да не живот у нее болит, у нее шея болит. Ну, я вот, кстати, грешу, знаете, на что? Они у нас любят лежать вот здесь вот на окне. Сейчас он, Жасмин тоже лежит. Может быть, и там протянула. Хотя врач говорит, она могла просто резко дернуться. А еще они с девчонками дрались. Ну, в общем, причина нам неизвестна. Питание у нас правильное. То есть, это ничего тут, никуда она не ходила. Поэтому вот такие дела. Так, ребят, ну, что вы ко мне пристали? Ну, вроде бы... Вот повеселее себя чувствуют. Жорик передает всем привет. Феодосия, Анфиса, Энечка с цацей. Жасмина лежит на окошке. Пудель Нептун. В общем, вот такие у нас насыщенные, веселые дни, ребята. Вот только пошла погуляла, видите, уже вот так. Побежала я кормить малыша. Вот сейчас буду в теплой воде разогревать шприц с едой. Все. Дела.